зацеп сцепления проверяю вот, на старте. Как оно, вот эта коробка она ровно должна ходить. То есть вот таких волн не должно быть. В мотогонках на льду Егор Мышковец – новичок. Для него субботний заезд будет первым. Раньше Егор участвовал только в мотокроссах. А это абсолютно другой вид спорта, говорит сам гонщик. Отличается и конструкция мотоцикла, и сам процесс подготовки к заездам. Но группы мышц идут разные, действуют. Ну, своя подготовка, то есть для кросса ну, бегаешь, выносливость. Тут нужна физическая такая, крепкость. У чемпиона мира Дмитрия Буланкина свои секреты. Перед каждой гонкой он выходит на трек на коньках. Гонщику достаточно всего нескольких кругов, чтобы изучить трассу и оценить состояние льда. По ощущениям, только как будто недавно залили. Такой он еще мягенький. Хороший, в хорошем состоянии, ровненький. Над заливкой треков работает целая команда. Машины выезжают на стадион два раза в сутки, утром и вечером. Их задача сделать лед максимально ровным и гладким, чтобы улучшить сцепление колеса с трассой. На стандартном колесе для ледового спидвея около 180 шипов. В основном они расположены с левой стороны, так как гонщики движутся по треку против часовой стрелки и наклоняются в основном в левую сторону. Шипы же с правой стороны нужны для стабилизации. С их помощью, как вы видите, колесо может абсолютно самостоятельно стоять на льду. Субботние заезды на строители продолжит чемпионат России, который стартовал в Новосибирске. От башкирских гонщиков традиционно ждут только победы. Тем более, что чемпионом этого года стал наш земляк Николай Красников. Андрей Савельев, Тимур Абсолямов, телекомпания «Вся Уфа».